Вероничка уезжает раньше на другой машине. Ты что, одна? А где та? А, Таня сейчас придет. Если будешь куда ехать, не халатируй. На Чернигов. Завтра заберем. Это так, как мы вчера шли. Да. Ну, хотя бы вот такая погода вчера была. Ну, ну вчера ну просто дождь с стеной. Мы в лесу гуляем, приехали грибы пособирать, мы как подъехали ближе, потому что все время дождь, и там, короче, дорог нету в селе, поэтому очень сложно. Мы собирали чуть-чуть белых, чуть-чуть польских, чуть-чуть маслят, ну там еще у мужа кулечки и у Саши удата. Вот, я тут хожу, ищу беленьких. Это, да, не оно. Польский, наверное, большой. Или маслюк. Синий темнее, значит, масленок. Лес тут, конечно. Не знаю. Вон там косит грибы. Что белого нашел? Так пошли вверх.
Угу. Вы не представляете, как здесь круто. Я здесь бы неделю сидела бы. Беленький. Нашла. Так. Буду собирать. Красавчик. После дождя вылез. Видите, какой. Ну, рукой неудобно. Нарвала, смотрите, калину. Прямо возле озера. Куча яблок, калины. Чего хочешь, тут можно заготавливать на зиму, потом в зиму сидеть на этом всем. Съездим еще в одно место. Тоже вот, смотрите, хата брошенная. Прямо возле ставка. Класс. Яблоня. Не знаю, почему на ней яблок нету. Может, кто-то посрывал. Вот. Вот такая хата. Вот это там один дом присмотрели с мужем. Конечно, это очень далеко от Киева. Мы сюда сможем приезжать. Максимум это уже 2-3 раза в год. Вот и то. Вот. Ну, это папина, ой, вернее, ну, мужа папы родина. И тут, конечно, ну, все наш и его род знают. Тут все однофамильцы. Вот. И, ну, если бы очень дешево дом, я бы купила. Тут ничего, конечно, в нем бы мы не делали такого, ничего бы не привозили такого сверхъестественного. Вот. Ну, все такое, то, что у меня дома есть, то, что можно от чего спокойно, с чем можно расстаться. Можно было бы сюда посуду там какую-то, ковры постелить. Так, чисто вот по-сельски сделать хату. Будем узнавать. Но это не то, что мы хотим себе там как для дачи или для жилья, нет. Это так, взять, чтобы именно хата была. Потому что мы сюда приезжаем, конечно, эта хата тоже, они. Смотрите, сколько тыкв. В этой хате тоже можем мы находиться, но все-таки тут два брата, мужа двоюродных, и а нас тоже много, как бы и особо спать негде. И все-таки у них свои семьи, у нас свое. Вот, а так рядом возле них тут купить.
Они тут тоже не живут, они в Чернигове живут. Так что вот так вот гуляем пока. Сейчас идем к машине, поедем на другое место по грибы. Смотрите, это чудо. Красота белая. Так, мы уже сейчас будем выезжать. Поедем в Чернигов, заберем Вероничку, заберем Таню, Сашину дочку, брата дочку. Вот так вот огород, за огородом сразу лес, там кладбище. Вот. Здесь раньше скотный двор был. Там улики стоят, пчелами они занимаются. Мы идем сейчас в дом. Вот так вот. Дом нежилой. Здесь раньше яйца такое хранили. Ну, видите, тут столы. Вот. Прикрывай двери. Вот кухня, печка. Делали картошку вчера здесь в печке. Это пол называется. Нет! Вот так вот. Ну, беспорядок, потому что тут один парень без жены, без никого. Ну, вот так вот все выглядит. Тут грубка еще. Раньше было лучше, конечно, когда дядя Леша был живой. Это моего мужа, папы, брат. Было тут чисто, убрано, все было красота. Как выглядит? Ну, а сейчас вот так вот. Вот. Мы вот тут вот спали на двухспальной кровати. Да, с Виталинкой, с мужем спали, слава богу. Вот, ну все. Ника здесь? Нет, на улице. Фотографии старые. Свекровь моя, вот эта молодая. Вот. Это, получается, Андрей и Саши, мамина сестра. Это тут какой-то тоже дед ихний. Это ихняя мама. Вот. Так что вот так вот. Такая хатынка. Вот. Ну, я тут старалась так закрыть глаза, чтобы ничего этого не видеть. А беспорядок, конечно. Ничего не сделаешь. В любом случае, приятно провели время. Очень много насобирали сегодня грибов. Просто валом. Вот. Ну и поедем на Киев их перерабатывать. Скоро у мужа день рождения. А это, кстати, мой свекр молодой. Вот. Муж похож на него очень сильно. Вот. Талинка, можешь посмотреть? Только на коленки не становиться, под кроватью. Ничего не оставили. Ну и все. Так вот, все, едем в Чернигов, потом на Киев. О, если бы я туда задала. Красивый какой. Это не окрас. Блин, ну ты же все. Ты красивый. Ты красивый. Иди сюда. Он ноздри раздувает, боится, да? Он у него висят эти. Красивый. Большой такой, блин, да? Блин, я бы на нем покатал. Это она. Это девочка. Ты красивый. С челкой такой светлой, да? Сейчас это лошадь. Ну как чья? Тебе же говорили, что дядя держит лошадь. Вот она. Я кушаю, гуляю. Боюсь машину. Я на тебе поездила, красоточка. Красоточка? И... Здоровая, да, такая? Она упитанная, круп... а может и беременная. Из крупных, да, лошадей она? Из таких... Это тяжеловоз. Например. Тяжеловоз, да. Как прям видно, что это женщина. Блондин.
девочку к общежитию. Это сестра, получается. Племянница. Сейчас едем домой. Так, ну, наше путешествие закончилось. Мы приехали домой. Грибочки вот тут одни. Там еще два огромных кулька. Там мед в банках. Картошку занесли. Муж сейчас паркует машину. Идем домой. Не знаю, грибы буду сегодня или потом перебирать. Посмотрим. Очень устала, но, в общем, спала в машине. Поэтому хочу скорее, чтобы муж лег спать. Потому что он уставший, естественно. Вот. А ему завтра на работу. Виталинка, наверное, завтра в школу не идет. Чуть-чуть сопельки, кашель. Короче, ну, кашель от соплей, скажем так, от носа. Поэтому надо полечить носик. Вот, и потом в школу идти. Такие дела. Все. Заносим все домой, но уже это уже вторая ходка. И занимаемся разбором вещей. Так, грибов немерено. Буду сейчас перебирать. Эти в мойке у меня. А сейчас уже понаписывают, что нельзя в воде, чтоб лежали, напитываются водой. Уже там почитала комментарии. Блин, аж бесит. Животные у меня в маленьких клетках сидят, забитые вообще, блин, просто. Издеваюсь я над животными. Капец. А у других они живут просто, я не знаю, в однокомнатной квартире каждый хомяк должен жить. Прочитала комментарии, аж убил меня просто. В больших клетках у меня хомяки сидят. Свинка и кролик тоже в больших клетках. Они выходят, гуляют. Хомяки гуляют. Крыса у нас гуляла даже на улице. Вот. Никто у меня не закрыт. Так, сейчас перебираю грибочечки. Вот, и буду красоту эту консервировать, не знаю, замораживать. Тут хочу отдельно, как они называются, маслята почищу сюда отдельно, сюда белых чищу под березовики, вот, под осиновики. Ну, короче, вы поняли, чем я занимаюсь. Работы куча. Вот еще грибы. Все, буду перебирать. Сейчас все, еще кулек у меня целый есть. Такой громадный просто. Так что некогда даже видео снимать. Так, здесь проварила белые подберезовики. Это белые я еще не трогала. Эти тоже еще не варила. Думала польских отобрать отдельно на закатку. Но их мало было, поэтому я их смешала. О, здесь у меня проваренные маслята. Второй раз. Нет, один раз. Один, да. И вот здесь я буду еще перебирать. Не знаю, успею сегодня или завтра. Уже очень устала, если честно.